С начала текущего года Самаркандскую область посетили 140 302 иностранных туриста из 114 стран мира. Открыто 14 гостиниц и 28 гостевых домов. С запуском обновленного аэропорта Самарканд количество авиарейсов по международным направлениям увеличилось до 114 в неделю или на 35%. Новый терминал обслуживает 1200 пассажиров в час. Эти данные были приведены на пресс-конференции для журналистов на тему «Новые удобства, созданные для туристов в таможенных органах». В целях создания благоприятной инфраструктуры и большего удобства для гостей, туристов и пассажиров, посещающих нашу страну, в Самаркандском международном аэропорту впервые установлена система дистанционного таможенного контроля. В ходе пресс-конференции эксперты дали подробные разъяснения на заданные представителями СМИ вопросы. Также участников ознакомились с условиями, созданными для пассажиров в аэропорту, и деятельностью таможенных органов.